сейчас. И ему сегодня 100 лет исполнилось. Чего? Сегодня Андропову исполнилось бы 100 лет. На проспекте Андропова мы сейчас с вами находимся. Что вы знаете про Андропова? Ничего. Ничего. Кто он был, не можете? Может, предположите? Не хочу предполагать, потому что не могу точно. А в школьной программе, то есть вы не помните этого? Нет. Ну. Можно узнать, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, ваш возраст 18, профессия, вы студент, наверное?